Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас с вами очередная мега распаковка. Но прежде чем начать вскрывать посылочки, я хотела бы с вами вскрыть вот эту большую посылку розового цвета. Ни для кого не секрет, что мои девчонки занимаются классическим балетом, и для занятий дистанционных нам потребовались такие блоки для йоги. Купила я их, как вы понимаете, с сайта Беру. И, как оказалось, их выгоднее было купить именно там. Перед тем, как оформить покупку, я зашла также на AliExpress, посмотрела, и это оказалось невыгодно. Такие блоки нам нужны для упражнений на растяжку, но также их можно использовать по прямому назначению занятий для йоги. Если вам интересно, ссылочка, как обычно, в описании под видео. А теперь посмотрите, вот цена на нашем любимом с вами AliExpress и цена этих блоков на том же самом Беру. Во-первых, доставка сейчас на Беру идет бесплатная, 3 доставки бесплатных в месяц на любую сумму. Ну а теперь давайте приступим к нашей распаковке. Вот эта посылочка пришла из срубалки. Мне мои подписчики помогли срубить цену. Так, обычная цена 1158 рублей, а купила я за 726. Была, к сожалению, платная доставка, так бы еще дешевле вышло бы. Этот товар такого плана у меня есть. Пользуюсь я этим товаром уже почти 8 лет. Покупала в нашем магазине, точнее не в магазине, а ортопедической аптеке. Дело в том, что когда я была беременна первой дочкой, у меня очень сильно начала болеть спина. И врач мне выписал ортопедическую подушку. Но, к сожалению, сейчас моя уже ортопедическая подушка выглядит непрезентабельно. И вот ей на смену я взяла вот такую. Ее размеры это 60 на 30 и, ну, вот здесь, наверное, 15, а здесь, наверное, 5 сантиметров. Специальная есть выемка для шеи. Чехольчик у нее снимается, можно постирать. И вот выглядит вот таким вот образом. К сожалению, до основы этой подушки старой моей добрались дети. И вот это все дело расковыряли. Вот так вот выглядит уже моя повидавшая виды подушечка. Я ее очень люблю. Но когда я ее купила, мой дорогой супруг решил на ней тоже поспать. Такое впечатление, что она как будто поролоновая, но нет, она действительно вот из такого же материала. К сожалению, только ее вот время немножко не пощадило. И дети мои тоже. Также продавец, оказывается, положил подарочек. Это гель, который влагу собирает, а это маска на глаза. Вот такая вот маска. Ну, я такими вещами не пользуюсь. Скорее всего, у меня утащат девчонки и будут играть с ней. Следующая немаленькая посылочка. Это посылка сборная. Тут может быть много всего. Так, одна. И все, на этом дело закончено. Не одна. И две маленьких. Ну, давайте с них и начнем. Здесь пришел, наконец-то, силиконовый чехол для моих наушников. Ну, как-то он выглядит... Я думала, он будет поярче немножко. Напомню, что один раз я уже, конечно, лоханулась с этими чехлами. Тут нет дырочки для вот этой кнопки. Но я так понимаю, что он вставляется таким образом и вот так. Очень маленький, мне кажется. По мне так.
И вот эта штука, наверное, будет слетать. Ну, короче говоря, вот такая вот вещь. Ну, пока я не найду подходящий для меня чехол, буду пользоваться этим. Следующая маленькая посылочка. Это пришел удлинитель для моей гирлянды. Должен, по-моему, быть... Ой, пахнет, конечно, ужас. Химозой. По-моему, его длина метр. Цены, как обычно, внизу в описании под видео, если я их не указала. Нет, он длиннее, чем метр. Наверное, 1,5–2 метра. У него здесь обычная розеточка, здесь обычная вилка. Давайте посмотрим, что здесь в большой посылке. Китайский воздух и детские кроссовки 35 размера. Это кроссовки для старшей дочки. Фирма Bona. Это хорошая китайская фирма. Если кто покупал вещи этой фирмы, то прекрасно знают. Эта фирма не дешевая. Кроссовки, по-моему, мне вышли что ли в 700 рублей. Был купон, и я его применила. Как выглядит на ножке, тоже покажу. Ну, возможно, я чуть-чуть промахнулась с размером. Несколько больше, по-моему, взяла, чем у дочки. По-моему, у нее 34-й. Ну, посмотрим. Также пользовалась размерной сеткой продавца. Такие классненькие кроссовочки на липучку. Этот товар тоже из Срубицену. Срубали 16 мая. Так, цена этого товара 1123, а я приобрела за 532 рубля. Этот товар мы с вами потестируем не в этой распаковке, а будет у меня видео с приготовлением пищи, так как этот товар именно для этого и нужен. И в следующем видео с приготовлением какого-нибудь блюда, я уже даже знаю какое, мы его с вами полностью потестируем. У меня была такого плана, ну уже не секрет, это машинка для нарезки, даже не машинка, а терка такая. Мне она очень нравилась, но сломали, к сожалению, вот этот вот держатель. Теперь мы будем пользоваться ей намного аккуратней. Сломали вот такую вот штучку, один штырек. И, к сожалению, штука эта у нас потерялась. Очень удобная, очень классная, мне она очень нравится. В комплекте также идет овощечистка. У меня муж такие очень любит. Красного цвета, под мою кухню как раз. И вот такие вот терочки. Это фигурная нарезка ломтиков. Это, естественно, соломкой нарезать. Очень подходит такая нарезка для каких-то китайских блюд, азиатских. Очень мне нужна была вот эта вот ломтикорезка. Это также соломкой резать, но более мелкой. Если вот это покрупнее, то это помельче. Все насадки, все лезвия хранятся вот в этих ячеечках. Это тоже очень удобно, не занимает много места. Это натирать яблочко или морковку.
Так, толщина 1,5 миллиметра. Есть еще один, толщина 1 миллиметр. Еще один резачок. И сам контейнер, в который наши нашинкованные овощи будут падать. Защелкивается и ничего не выпадает. Очень крутая штука. Я ее очень люблю. Очень я ее искала на замену старой своей. Прошлая у меня была в белом цвете. Все укладывается. Так вот вы работаете вот этой штучкой. Также есть ограничители у этого держателя. И вот так вот ездите и нарезайте свои овощи. Очень ждала, очень довольна, очень классно. Рекомендую, присмотритесь. Еще одна малышка. Что-то там такое интересное. Мартовская посылочка. Цена ее 128 рублей. Был купончик у меня на 164 рубля. Это покупочка опять для нашего папы с аккаунта дочки. Вот такие часики. Папа у нас часы очень любит. Так, заглушка. Все работает. А это, наверное, обманки. Это не рабочие кнопочки. Да. Ну, пускай папа разбирается. Они на батареечках. Ага, тут вот даже выбирается, устанавливается число. Вот такие часики. Это все нарисовано. Я думала, что здесь будут еще 3 маленьких циферблата, но это обманка, это нарисовано. Ремешок металлический. Ну ладно, папе поиграть, думаю, будет интересно. Для себя любимой заказала повязку на голову, так как моя уже немножко поистрепалась и тоже потеряла товарный вид, можно так сказать. Взяла вот такую, чтобы за собой ухаживать и волосы не лезли в лицо. Еще одна сборная посылочка, но здесь поменьше товаров будет. А может и побольше даже посылок. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 товаров вот в такой вот маленькой посылочке у нас с вами вышло. Давайте посмотрим, что вот тут вот может быть. Я уже знаю. Тоже для кухни. А точнее для кондитерки. Вот такая насадка на кондитерский мешок. Тоже обязательно что-нибудь с ней приготовим. Очередные баночки для моих девчонок. И внимание! Но упаковано, конечно, классно. Такую баночку можно взять с собой в школу, кинуть в рюкзак или отнести одну из баночек в детский сад. Вот такие вот резиночки. Они небольшие. Средней дочке у нее волосики жиденькие. Для нее подойдут. Для старшей, конечно, это если заплетать маленькие косички, а не одну большую. У нее волос побольше. И вот такие малюсенькие резиночки хорошо подойдут для нашей самой маленькой модницы. Там волосюшки тоже маленькие, жиденькие. И оформлено, конечно, классно. У зайчиков разные ушки с бантиками, так что если они выберут, они уже потом не перепутают. Следующее. Тут, вероятно, опять этикетки. А может, я и ошибаюсь. Вот эту штуку я очень ждала. Это экранчики на камеру
веб-камеру. Будь это телефон, можно использовать для планшета, но я взяла на камеру компьютера, ноутбука. У меня скоро приедет новая машина, можно так сказать. И тоже сделаю на него обзор, покажу. И вот для него я взяла вот эти вот шторки на веб-камеру. Можно, повторюсь, на планшет, на телефон абсолютно подойдут. Работают они очень просто. Клеите их вот той стороной, и шторка ходит туда-обратно, туда-обратно. Очень классная штука. Возьмите на вооружение что-то ногтевое. Стразики. Тоже вышли они мне что-то до, по-моему, за $1. Но они клеевые, эти стразы на одежду. Но очень красивые. Как ими пользоваться, я вам потом тоже покажу. Будем делать с вами юбку. И у меня есть специальная машинка для того, чтобы приклеивать такие стразики. И еще раз резинки уже в финальчике. Это резинки очень хорошие, они бесшовные. Хорошо тянутся, но не растягиваются. У кого девчонки, присмотритесь. У данного продавца были абсолютно разные резиночки. И выбрать можно было как пошире, как поуже, со всякими элементами декоративными. Я взяла вот такие вот однотонные. Здесь, наверное, тоже что-то из этой серии. Тоже мягкое. Ну, конечно. А вот и для наших занятий. Резинки абсолютно такие же. Опять меня сейчас поругают, что у меня одни резинки в распаковке. Следующее. Толщина 6 мм. Длина 10 метров. Это, скорее всего, ленточки. Должны быть две штучки. Цвет шампань. И немножко я не угадала. На фотографии они выглядели примерно как вот эти резинки, как наши купальники. Но, к сожалению, тут я мимо. Длина, повторюсь, 10 метров. А вот это красивенькое. Тоже придумаю что-нибудь с ними сделать для девчонок. За 36 рублей моя покупка мартовская. Адаптер. Включить-выключить. Взяла такую штуку, как ночник для девчонок в комнату. Потому что очень часто у нас боятся засыпать в темноте. И решила взять им вот такую штуку. Сюда вкручивается обычная лампочка. И тут включатель-выключатель. 220 вольт. Это таймер на кухню. Батарейка уже в комплекте. То я любитель что-нибудь начинать включать, когда батарейки нету. Выставим. Так, чего-то он какой-то хлиплый, нажимаю, он сразу отключается. Но это, конечно, не дело. Пищит, конечно, очень тихо. Ну вот, включается, выключается он вот таким вот образом. Не очень довольна этой покупкой. Ну, как установить таймер, когда он вырубается? Это, конечно, не дело. Я немножко большего от него ожидала, что он, конечно, не будет так вот отрубаться, когда на него нажимаешь. За 76 рублей очередной маркер. Ну, уж не буду, наверное, я его открывать. У меня практически в каждых распаковках. Очень
быстро у меня засыхали предыдущие, которые куплены, наверное, года 3-4 назад. Вот взяла на смену. Боюсь, что те тоже быстро засохнут, потому что у меня девчонки их таскают, не закрывают, и они, к сожалению, высыхают. Будет на смену. Взяла вот такие зажимчики для поджатия арки на ноготочки. Ну, на самом деле это вот делается вот так, но очень тугие. Не знаю, сделает вообще очень крутую рамку, наверное, на большой палец. У меня ногтевое ложе широкое, но поджать, наверное, подожмет. Здесь их 6 штук в комплекте, были разные, я не хотела металлические, я хотела вот такие пластиковые, прозрачные. А вообще на них можно крепить даже фотографии, использовать в декоре. Вот что-то мягонькое за 49 рублей, тоже февральское, и это полигель. Боже мой, я думала, что он будет нормальный, а тут, наверное, грамма 3-4. Потому что тут полупустые тюбики такие приходят. Но, видите, если раньше приходили побольше тюбики, но тут на одну руку дорастить ноготок. Это прозрачный акригель, полигель. Но размер, конечно, атас. Я надеялась на несколько другое. Вот прозрачный. Доращивать уголочки. Эту посылку я ждала несколько раньше. Пришли здесь 50 баночек. Эти баночки используют для того, чтобы хранить те же самые стразы. Блестяшки, посыпушки, фольгу, поталь. Но я боюсь, что пришли не все целые. Вот здесь вот немножко треснула одна баночка. Конечно, упаковка была никакая. Должно быть 50 штучек. Их действительно 50, но пришла одна дополнительная крышка. И вот у этой, конечно, не обошлось без потерь. Одна крышка разбитая. Даже вот эта запасная, ее не поменять. Она тоже пострадала. Я думаю, что это не существенный урон, да, потому что если учесть, как было все это дело упаковано, всего одна баночка не товарного вида, в принципе, не очень большой-то и урон. Эти бусинки я заказывала в марте прошлого года. За нее я, естественно, уже получила возврат. Тут должно быть... Так, я, наверное, ошиблась. Не 2000, а 200, наверное, бусинок. Брала их, чтобы заполнить свой короб с кистями. Он у меня тоже был в распаковке. Подсказку на это видео с распаковкой этого короба я оставлю в правом верхнем углу. Ну вот, пришли эти бусинки. Не теряйте надежду. Как мне написала одна из моих подписчиц, у нее пришли через 4 года посылки. Вот эти 3 оставшиеся посылочки, это за все уже полученные деньги. Это прошлогодние потерявшиеся посылки. Все знают эти крючочки, они выдерживают, по-моему, до 10 килограммов. Многие блогеры любят сказать, что у продавца на картинке мужик повешенный на этих крючках висит. Крючки действительно хорошие, у меня висят в ванной полотенца на этих крючках. И до сих пор уже, сколько, больше года, ничего нигде не оторвалось. Взяла еще, потому что в хозяйстве данные... товар пригодится, так что возьмите на вооружение. Тут, наверное, что-то ногтевое, очень похоже. Матовый топ пришел. Я люблю такой топ. Я его использую не на своих ногтях, использую для типс.
Он немножко белесый. Ну, имеет, конечно, запах. Объем 8 мл. Хороший топ для типс очень подходит. У него есть небольшая липкость, но я все матовые топы, даже те, которые не имеют липкости, прохожу обезжиривателем. Он недорогой, 84 рубля, но очень классный. И не нужно расходовать дорогие материалы. Здесь продавец мне вообще дал чужой трек. Еще из раздела «С друзьями дешевле». Это платьишко, которое я заказала для средней дочки. Но, хотя, может, и подойдет еще. Это хлопок 100%. Очень оно мягенькое, но прозрачненькое. На лето оно, конечно, идеально подойдет. Это перед, это не зад. Хотя... Платье можно, наверное, носить и так. Здесь завязать красивый бантик спереди, да и сзади тоже его можно так завязать. Ну, конечно, не так, как я. И вот такая вот красота. Если налезет на среднюю, конечно, я покажу, как на средней сидит. Для младшей, конечно, еще великовато. И еще одна потеряшка. Что бы тут могло быть? А тут очередные наклейки. Очень много у меня вот этих наклеек. И взяла я их для очередного розыгрыша. Уже начинаю собирать подарочки девчонкам на розыгрыш. Ну а теперь немного юмора. Принес эту посылку мне курьер из DHL. Я долго смотрела, не могла понять, что это такое. В сопроводительном письме ничего не написано. Единственное, что здесь написано «Univeler Rus». Я сидела и думала, что это такое. Еще я прочла неправильно. Я прочла «Ювелир». Думаю, вот это да! Мне прислали что-то на обзор, наверное, какую-то ювелирку. Ржали все. Я до сих пор не вскрыла вот этот пакет. Посмеялись надо мной и сказали, ага, ювелирку тебе тут прислали. Потом я залезла в интернет, посмотрела, и это должна быть какая-то косметика. Какая косметика, я не знаю. Ни с кем я ни о чем не договаривалась, что мне будут что-то присылать на обзор. Давайте с вами посмотрим, что же мне тут прислали. Два пакета. А это мне, похоже, подарок от бархатных ручек. Я делала обзор на их крем, который, кстати, мне понравился. Мне нравятся бархатные ручки. Они не каждому, конечно, подходят данные... линейка, но девчонки у меня тоже мазали ручки кремом, вот этим кремчиком. У меня был обзор на него, и нам он нравится, он всегда стоит у меня около кровати. Пользуемся мы только, мажем ручки. Истратили не так много, уже прошло сколько, полгода точно. Он очень питательный и очень мне нравится, еще раз повторюсь, но не всем девочкам он подходит. Вот этот я покупаю крем, насыщенность текстуры, смягчает и устраняет сухость. У меня сейчас, к сожалению, очень сильно сохнут руки, потому что приходится пользоваться всякими средствами дезинфицирующими, постоянно мыть руки. У меня от этого еще больше начинает шелушиться. Такой крем только в большой упаковке я постоянно покупаю. А вот этот крем для меня новинка. Масло ши эластин с ароматом ваниль. Ванильку я обожаю, не все любят ваниль. Если вы ее терпеть не можете, то, конечно, это не для вас. Этот ночной крем восстанавливает кожу рук за одну ночь. Я обязательно его сегодня попробую. Если вы его пробовали, то напишите, как он вам. Кому-то нравится, наверное, кому-то нет. Расскажите, какой эффект вы от него ожидали и какой вы получили. Здесь объем 72 мл.
80 миллилитров, кстати, а баночки, а тюбики одинаковые, посмотрите. Странно. Несостыковка. Может быть, вот это немножко пузатее, чем вот это. Ну что ж, мои дорогие подписчики, на сегодня у меня все. Для кого видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.